И снова всем привет! У нас снова радуга, но за этой радугой прячется что-то другое. Давайте же посмотрим, что прячется за ней. Двигаем рычажок. И хопаньки! Что же мы видим? Мы видим морские глубины. Мы видим тропические коралловые рифы. Также среди моря мы видим сильно завалившийся айсберг с неочевидным пингвином и нарвалом. Еще на суше у нас есть лес вполне себе средней полосы. Дальше у нас есть пустыня, в которой бродит одинокий верблюд. С другой стороны мы видим город. Такой собирательный город, в котором есть много чего. Еще мы видим вулкан, извергающийся, и небушка закатная с солнышком, ласточкой и голубем мира. И мы легко можем снова спрятать их всех за радужными цветами. И это снова будет картинка-загадка, на которой пока что неизвестно что. Но если нам вдруг снова захочется посмотреть, кто же у нас там спрятан, мы повернем рычажок и снова увидим всех наших друзей. Если нам снова захочется сделать картинку загадочной и непонятной, легким движением руки мы превратим ее в обычный спектр. Вот и все. До новых встреч. Спасибо за внимание.